Всем привет! Время сейчас тяжелое, идет война. Рекомендую всем себя обезопасить. А точнее заклеить вот таким образом окна, как сейчас я это сделаю. При обстреле градом или еще чем-нибудь вылетают стекла. А осколки стекла довольно-таки неприятная и опасная вещь. Могут поранить, покалечить, даже убить. Заклеив окна, мы уменьшаем вероятность, что окно вылетит. По крайней мере, осколков стекла будет гораздо меньше. Если окно устоит, на нем останутся только дырки от осколков разорванного снаряда, которые можно будет просто заклеить скотчем с двух сторон и пересидеть холодное время года в тепле. Незаклеенное окно вылетит полностью, и вряд ли кто-то в войну быстро приедет его стеклить. Так что можно долго сидеть и мерзнуть ждать. При обстреле мы должны помнить, что быстро нужно все равно падать на пол, потому что от металлических осколков скотч не поможет. Итак, начнем. Чем больше окно, тем оно слабее. В середине окна оно подобно мембране. Можно наклеить накрест вот таким образом, но у меня окно большое и лучше сделать это более надежно. Я наклею вот так и несколько раз по горизонтали, для того, чтобы получились более мелкие участки. Своего рода такие, как перемычки. Для усиления можно еще и накрест сделать. Можно вообще заклеить все окно скотчем. Хуже от этого не будет. Правда, придется потом отмывать. Очень важный момент. Клеить нужно внахлест. То есть начинать с рамы. Вот так вот мы клеим. И обратно наклеиваем на раму. Только в этом случае это будет хорошо работать. Готово. По вертикали я по центру проклеил. Теперь клеим по центру по горизонтали. И еще сделаем несколько таких проклеек. Смыть клей можно будет лучше всего нашатырным спиртом или вайспиритом. Пересечение нужно сделать в центре стеклопакета, хоть мы клеим накрест, хоть вертикально-горизонтальным способом. Готово, вот так это все выглядит. Ну я еще проклею по диагонали для усиления. Я желаю всем не падать духом, нужно пережить это нелегкое время. И желаю, чтобы у нас все-таки наконец наступили хорошие мирные времена. Пока.